Пабло. Смолов, Смолов, конечно. Мы знаем, как это важная игра для нас, и как важна и трудная игра перед нами. Так смотрели, что состояние поля не так отличное, но все равно так перед нами задача, и мы должны выполнить эту задачу и выигрывать здесь сегодня. Thank you.
вы правы, мы хорошо вошли в игру, хорошо играем. Нам удается нейтрализовать все контратаки команды «Ротор». И также у нас проявляем терпение, когда выходим вперед, доходим до их ворот, играем финальный треть впереди. Оля.